А насчет поездок, куда вы поедете отдыхать, если поедете отдыхать? Есть ли у вас вообще излюбленное место отдыха? А вдруг я сейчас скажу, а вот мы не поедем? Нет, у вас же есть излюбленное место отдыха, которое мы можем сейчас пропиарить, как я говорю. Да нет особо излюбленного. Обычно у меня просто немного дней на отдых, поэтому мы едем в ближайшие наши юга, ага. Типа Турции и Египта. Наша юга, да. Это зачетно. Да, поскольку дочь маленькая, ну, не такая большая, ты далеко куда-то на 5 дней, нет возможности. Сейчас я надеюсь уехать на 2 недели, об этом еще никто не знает в редакции, я надеюсь, ну, сейчас вот вы попалились, вот в настоящий момент вы обрадовали массу сотрудников. Очень хочется куда-то на восток, вот, собственно, мы сейчас разрабатываем Шри-Ланку, были в Таиланде в прошлом году, но это то, что прочищает мозг, на мой взгляд, очень хорошо, это то, что я люблю. Поездка вообще или поездка на восток? Поездка на восток. Угу. Там еще интернета, говорят, нет, это прям идеально. Нет, я вас уверяю, что интернет там есть. В отеле нет, я всем так скажу. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.